Здравствуйте! И снова в гостях у нас Надежда. Мы будем делать уход. До этого мы делали в бутикле, мы закончили курс. А так как сейчас осень и волосы нуждаются в уходе, мы будем делать редкин. Волосы электризуются, но намного после ухода в бутикле стали глаже, не такие пористые. Поэтому продолжим уход, а результат покажем позже. Этапом мы помыли голову очищающим шампунем, а вторым этапом будем использовать редкин для окрашенных волос. А третьим шагом у нас идет лосьон-восстановитель для окрашенных волос. Волосы прекрасно расчесываются, не путаются. Все гладенькие, наполненные. Как вам, Надежда? Как всегда, все просто замечательно. Благодарю. Freedom Guide, your family group.